Дорогие друзья, всем привет! Я решила тут стать типа блогер. Ну, блогер с меня, наверное, так себе, но мы попробуем. Посвящается сегодня выпуск тому, что я лечу отдыхать на Шри-Ланку. И мы летим в компании Emirates. Москва-Дубай, Дубай-Коломбо, бизнес-класс. Первый перелет у нас Аэробус А380. Я, кстати, никогда не летала на нем. Второй перелет уже будет Боинг 777 вроде, да. И так как нас довезут, мы отказались от услуги личный шафер. Мало ли кто-то не знает об этой услуге, это представляется пассажирам бизнес-класса и первого класса совершенно бесплатно. Но, к сожалению, у меня не получилось в этот раз попробовать, но, возможно, на обратном пути мы это сделаем. А сейчас мы поехали в аэропорт. Отличная справедливость.
Ну что ж, мой репортаж подходит к концу, так как мы уже приняли вещи и ждем наши вещи. Кстати, очень быстро работает. Уже едет. Очень хочу.